Большая уборка в Первоуральске. Город белят и чистят от грязи, готовят к майским праздникам. Для этого закупили 7 тонн извести и сотни килограммов специальной фасадной краски. К работам уже приступили на главных улицах. В планах побелить 10 километров бетонных бордюров. Также приведут в порядок дорожные ограждения. В центре начали обновлять разметку. Улицы должны засиять чистотой после общегородского субботника. Его организуют 28 апреля. В уборке также примут участие госслужащие и депутаты. Муниципалитет начали приводить в порядок еще неделю назад силами работников городских предприятий, в том числе и по НТЗ. Завершить работы намерены до 1 мая. Не планируют затягивать и ямочный ремонт. Главное, чтобы позволила погода. Ямочный ремонт, где произведено фрезерование и подготовка на улице 3-го Интернационала и на Орджоникидзе, мы завершим до 9 мая. На следующей неделе нам обещают 2-3 дня без дождей мы успеем заасфальтироваться. Сейчас мы на данном участке проводим работы по очистке обочин от отсева, от грязи.